Вот еще пролески, которые уже начали распускаться. Но пока их таких немного. И вообще надо отсюда быстрее убираться, потому что вдалеке тут стоит машина. Там жгут костер. И постоянно слышны какие-то хлопки. То ли это петарды, то ли уже принявшие на грудь отдыхающие развлекаются стрельбой из какого-либо оружия. Ну, русский мир, какой может быть отдых без стрельбы?